Ну, ребятки, так вот живешь, работаешь, а радости нет. Настоящей творческой работы мало. Все время в напряжении, нервы как струны натянуты. Очень боюсь, что когда-нибудь они лопнут. Так вот. Вот идет поезд. 100 километров в час. На пути река, следите, моста нет. Поезд плавненько поднимается в воздух. Перелетает реку. И опускается точно на рельсы.
ты играла, недолго в рай танцевал.